8 февраля, конец рабочего дня. Без всякого предупредительного звонка. Мы услышали в 17:30, значит, стук в дверь кулаком или даже ботинком. Они кричат на лестнице: полицай. Я слышу, что полиция. Говорю: Женя, говорю, бери планшет. Я подхожу с телефоном, пытаюсь набрать звонок адвоката, телефон адвоката. А приоткрываю дверь, и дальше то, что видно на кадрах. На меня набрасывается полицейский, телефон у меня улетает в коляску, меня валят на пол, коляску, значит, они вламываются, все рассеиваются по квартире, меня валят на пол, это видно тоже на видео. Дальше меня сразу в наручники. Я слышала, как мужа избивали в зале, как ему кричали, что вы собрались к Путину в Россию, мы знаем, вот получите за Навального. Детей они увели. Ну, самый главный вопрос, почему я приехала в Нижний, потому что у меня муж нижегородец, у меня старшая дочь нижегородка, она здесь родилась, мы ее увезли в 3-месячном возрасте в Германию в 2014 году. Младшие дети, они родились, правда, в Берлине, но, несмотря на это, Нижний Новгород – наша малая родина. Достаточное время здесь прожила, и свекровь со свекром у нас нижегородцы. Мы сюда вещи перевозим, мы готовы приехать сюда, здесь жить. Оформила, но в городской, это на Ашарской, со мной разговаривать не стали. Я пыталась с ними поговорить, чтобы они мне чем-то помогли, что-то подсказали, какие действия я должна делать. Я им начала рассказывать свою историю. Она мне сразу сказала, что детей просто так не отбирают. Я говорю, ну всем, я же, говорю, знаю своих детей. Я говорю, сноха у нас положительная. Я говорю, она не пьет, она не курит, дети ухоженные. Я говорю, их забрали по надуманным причинам. Все сфабриковано. Она мне сказала, что вы же не знаете, это просто так детей не отбирают, как и у нас. Вы же с ними не живете. Я, естественно, сразу расплакалась. Написали письмо президенту, писала письмо Мизулиной. Потом по второму разу писали опять Кузнецовой. Все ответ однотипные. Все передано в МИД, передано в МИД. Только подписи исполнителей разные. Самое страшное, и это то, что я пытаюсь все это время донести до всех, что люди, поймите, я даже не знаю, где они, что с ними, это для меня это самое ужасное. Вы знаете, вот эта вот стена равнодушия, вот эта глыба ледяная, вот эти вот арктические льды равнодушия со всех сторон, они просто убивают даже еще больше, чем даже мысли просто о том, что с детьми может быть плохо.